Тише, тише! Фильм начинается! Там же гроза! Затем еще появляется тайфун! Не волнуйся, сейчас папу позову! Папа, идите сюда! Сейчас иду! Давайте приготовим вместе! Не переживайте, тайфун скоро уходит. Тайфун прошел. Ура! Конец! Компания СТС представляет. Отечественная Егор и Яна производственная. И композитор Ронни Джентльменом. Егор и Яна в фильме, который баловался в бассейне. Давай плюхаться, да, давай плюхаться. О нет, весь мокрый. Пойду-ка я сейчас в бассейне, что там балуется. Я сказал не плюхаться. Если ты еще раз балуется, я выгоню из бассейна. Понял? Я не шучу. Да, точно, тренер. Вот и хорошо. Ну что ж, давайте веселиться! Смотрите, я лечу! О нет, ну все. Дядя Бабнинёть, бородя висит где поля, а в ботинках Кока-Коля. В смысле Кока-Кола? Ну-ка, ну-ка. Геннадий Петров, ваш ученик не в ботинках Кока-Кола на кефире. Теперь я сдаюсь. Новый мистер Тайт с морским свежести быстро удаляет жир и помогает избавиться от страшных рук. Мистер Тайт, от жира ничего нету. Физи пил чистейшее средство. В час ночью. Ай, не надо, Диана. Сейчас я тебя убью. Сейчас я тебе покажу пить чистейшее средство. Ай, не больно же. Заткнись, свой рот. Сейчас все мы запереськи в голову. Здорово, мужик. Ебать! Понял? Ой, мам! Да, мам! Да, мама! Блин! Все, тихо, мам, извини меня. А, нет, нет! Нет, мам, все, все, я тебя позову, уйди, мам, пожалуйста! Алло! Да. Че, да?
Здравствуйте, меня зовут Женя. И в эфире Вести Егор Художник. И мы познакомимся с мультфильмами. Новый мультфильм про тайфун. Даяна идет с речи, и она скажет маме. Боеда спрашивает о разрешении, но никому нельзя, потому что гроза начинается. И выдохнуть, и все. А затем еще появляется тайфун. Когда баба говорила набрать вещи нескольких стисов и потихоньку подходил в подвал. Не ожидал. А еще появляется тайфун, очень сильно дует. И несколько часов, и будет ясное солнышко. И говорил, тайфун прошел. И она радостна. И все так радостно, что прыгает к отца. Ну все, новости закончены. До новых встреч и новых новостей. Обычный порошок не способен защитить от пятна. Попробуй новую капсулу Егор и Яна с ароматом Блейд. Новый Егор и Яна. Защиты от любимые пятна. Чай-сельф. Он эффективно снят напряжение от простуды. Теперь со вкусом лимона. Чай-сельф. Теперь номер один в России от компании LLR. Новый грибной соус Мистер Рико. С кусочками грибов и также магазинов в этой упаковке. И качество биопродукт. Проект Ungabble представляет новый Мистер Тайт. Мистер Тайт не только стиральный, но и для мытья посуды удаляет жир. А благодаря для грязи пола он растворяется в воде. Мистер Тайт, от жира ничего нету. О нет! Кто разбил мою вазу? Это я разбил эту мечом. Так, ну все, завтра никакого мультика. И чтоб ты больше не выходил. Фу! Так, нужно проверить. Выходил или нет? Сейчас посмотрим. Что? Избежали? Арестуйте, пожалуйста. Хорошо. Ха-ха-ха, не догонишь, не догонишь. Ты арестована.
воспитывал час Поттер Ньюс. От учёного студия Виктор Бабаевич. От магия добра и разницы. 2024 год.
Здравствуйте, меня зовут Касьян Петрович. И сегодня как сделать разноцветный олень-остый в окно? Добавьте банок с водой, открывайте крышку и положите в воду. После воды начинают пузырьки и содержат кислород. Поверхность остается практически пузырьков, которые растворяются в воде. И тщательно перемешаем. Готово. Теперь как новое. Лабораторный Егор Художник. Пятницу. На канале Егор Художник. Опять известковый налет. Может, кто поможет чистить унитаз? Попробуй, мистер Тайт. Прил, эффект. Нанесите его под ободком унитаза. Он ударит известковый налет и ржавчину. Как приятно пахнет! Новый мистер Тайт, Прил, эффект. От известкового налета ржавчину больше ничего нету. Для унитаза. Ребята, пошли, уже поздно.